Так, начался на второй тайм матч Вишня Меркуриал. Вишня выигрывает 1-0 пока что. Пробивался даже у нас 10-метровый в первом тайме. Ну, фолы все-то обнулились, поэтому все по нулям, по фолам, вернее. Во втором тайме у нас начался дождь, вернее, возобновился дождь и усилился даже принимать мяч. Ковалевшин Ярослав классно подъедает. 2-1, нужно передачу отдавать. Затянул с передачи, честно говоря. Ну и Мельничук уже выбил этот мяч. Вот, на передачу на Середюка. Не совсем такое впечатление было, он готов именно к такому пасу. Ковалевшин играет назад. Алексеева. И вот что это? Нет, все-таки Середюк забирает мяч, бросает далеко вперед. И аут для Вишни. Я думаю, что будет сейчас очень нам скользко. И будет скользкий мяч. За счет этого, конечно, мы можем увидеть какие-то курьезные или не обязательно совсем голы с обеих сторон. Забирает мяч, сразу бросает вперед. Еще не бросать. Первый фол. Для Вишни. Пуще. Ну, крайне прицельно, намного выше ворот. Пробивает. Лево, право. Давай, Саня, давай, Саня. Хорош, Саня, две. Две, еще две. Здорово. Бежи, Саня. Ярик, сядь, Ярик. Не, Ярик, шире, пробовать. Все, да, там два игрока, Саня, ушел. Ура. Дальний заброс. Ну, в прыжке пытался нам зацепиться, конечно. Речняк. Ну, проблематично было бы. Середюк бросает далеко вперед. И едва не ошибается Куш. Тем не менее, на этот раз все обошлось. Ну, а дождь все усиливается. Конечно, погодка не ахти. Берись мячом. Убивает. Не совсем точно. Вершняк. Уже вперед. Подставил ногу. Алексеев на самом деле сфалил, но судья не фиксирует фола. Середюк бросает далеко вперед. Ну, крайне неточно эти забросы. Что-то... Возможно, стоит кого-то ближнего поискать, Юрию. Мельничук. Мячом. Передача не проходит. Один назад! Лишин. Бывает все-таки. Солов отыгрывает назад через дом на Сердюка. Получает Алексеева. Перепасовываются они с Александром. Центр убивает. И что же, будет замыкать? Ковалевшин с сильным ударом. Не точно. Мельничук. Да не забросил. Сердюк отбивается. Да, удар получился где-то метров из 36-7. Да, не заброс. Ну, всем удачно. Перепасовка на своей половине поля Вишни. Невероятно сухой счет сегодня, учитывая столь мокрую погоду и достаточно открытый стиль игры от обеих команд. Выстрел, гол! И дальним ударом забивает у нас Ковалевшин Ярослав. Делает тем самым дубль, 2-0. Пользу пошло, как говорится, по-футбольному. В прошлом матче он забил то ли 3, то ли 4. 3, по-моему, с пивом он забил. Или, может, даже 4. В этом матче 2 уже забил. Стоит это отметить.
берет обратно. Так, заброс. Короче, пытался подработать. Увы, не получилось. Мельничук сразу же отыгрывает на Зеречняка. Мяк. Сброс на Мельничука. Удар. Штанга. Ай-яй-яй-яй-яй. Замены, пацаны. Сейчас. Три минуты. Оп-оп-оп. Держит мяч. Вишен продлевает. На Зухинин тут вырывается на скорости и на дальнюю. Ну, Кульщин просчитал ситуацию, забрал. Сразу же бросает далеко вперед, Ковришин спиной блокирует, но Хомяк врывается буквально и спасает эту атаку. Гол! 2-1! Простите фамилию, Андрей, потому что мы не знаем. Власюк. 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 Власюк Валерий. Забивает нас за Меркурий, сейчас становится с тем самым 2-1. Остаются шансы все-таки у команды в золотых манишках. Даже еще и победить в этом матче, с учетом того, что еще играть и играть, на самом деле, во втором тайме. Вот сейчас опасно, штанга, ай-яй-яй-яй-яй. А вот мне на секунду показалось, что уже сейчас будет счет снова равным. Куще бросит на Мельничука. Проходит Андрей самостоятельно пробить. Заступ был, и поэтому мяч переходит к Вишне. Середюк с мячом, возвращает обратно на Сухинина. Перепасовывается. Снова Середюк, можно отдать левее. Сейчас открытая зона, подает правее. Проблемы с цеплением у Дерья Сергея, видно, что... Возможно, шипы стерлись, а возможно, поле настолько скользкое, что уже даже в 40 ножках не удается нормально устоять на месте. Потому что если они немножко подсели, как говорится, по-футбольному, то уже сложно второй раз подкалить. Да, не заброс, крайне неточный, нужно отметить. Поэтому мяч приходит к Вишне, Ковришин бросил на Середюка. Сухинин показывает, что, мол, не хватает мне ближе ко мне по центру, но, правда, и не планировал, по-моему, туда давать передачу. Заброс Черпачком, ну, Мельничук однозначно будет первый на мяче, спокойно он проводил. Допущает, тут уже вводит мяч в игру, Мельничук снова с мячом. На Власюка, тут продлевает на Хомяка, ну, успеть тяжеловато было бы. Ковалишин, Дерий, и вот какая комбинация. Это штанга. Надо сказать, обменивается этими ударами по штангам команды, как Вишня, так и Меркуриал. Возможно, счет был бы уже больше. А вот здесь, мне кажется, лишнее достаточно было. Сохраняет мяч все-таки Вишня, Ковалишин грамотно входит, пройдет ли, да, проходит, даже простреливает на дальнюю, но нету замыкания. Как так? Да, не заброс, Мельничук головой переправляет на Середюка, тот выбрасывает, сразу вперед, Дерий. Переигрывает на Середюка, но это опасно смотрелось на самом деле. На секунду показалось, что возможно. Открывайте! Не чужие, не свои. Он прессинговал и Власюк Середюка. Юра, пошел! Дави! Юра, на полную! Убивает. Арра! Совсем точно, уй. Мяч приходит Меркуриал. И вот Кущ уже возвращается, собственно, готов разыграть ворот. Дальний вброс на Гриня. Зацепился все-таки, продлил как-то. Не успевает мяч. Там, возьмите сразу. Первый! На мяче все-таки вызвался Зеречняк. Гринь. Зацепился здесь, продлевает. Зеречняка. Уже болезненно довольно-таки столкновение.
Ну, флот со стороны Меркуриал регистрирует рефери. Я понимаю, разыгрыш, фэрплей. Дают мяч Меркуриал. Поехали, поехали, дави! Мало времени, вот. Давай! Фэрплей, да, не заброс, Сердюк забирает. А 10 минут уже, в общем-то, сыграно. Не бросай. И экватор второго тайма уже перейден. А Сердюк с мячом сейчас. Один назад! Назад! Заставили понервничать. Да, Говорова. Дери. Сергей с мячом будет разыгрывать аут с правой бровки от нас. Коалишнс. Снова Дери. И можно забивать. В который раз уже. И сейчас, по-моему, будет. Пощадил, пощадил, не дал вторую желтую карточку, где-то не сдержал свои эмоции Дери, Сергей. Хорошо. Да, не проброс. И что же дальше? Клин. И это гол. 3-1. Забивает Сукенин Андрей. Капитан команды Вишня. И посмотрим, как отразится на боевом настрое Меркуриал этот гол. Ведь, казалось, поверили они на секунду, что можно дожать и изменить счет в свою пользу. А вот здесь пропущенный этот несколько расстраивает эти оптимистичные радужные планы. Дмитруха отыгрывает на Середюка. Ну, можно обыграться с Дмитрухой, так и делает. Хороший пас широкий на Пустоселова. Удар! Сыграли уже половину второго тайма команды. Примерно игра где-то остается 9 минут. Напоминаю о том, что счет 3-1. Чука набирает ход. На Говорова. Тут находит лазейку для передачи. А вот тяжело уже было там акцентированно пробить, на самом деле, Андрею. Есть замена. Сейчас пришел к Вишне. Плечом, по-моему, перенаправлял. Ярослав Ковалишин. Пусть забрал этот мяч. Вот Дери забирает мяч. Что предпримет? Решил перебрасывать. Немножко не точно. Понравилось ему, как Тимур однажды в топ голов попал и, наверное, решил тоже попробовать забить красивый мяч. Этот был бы даже, мне кажется, еще красивее. Сергей, ниже! Но не точно. Басюк пробивает туда. Нет. Стреливал от ворот. Середюк бросает. Снова Дери открывается. Казалось бы, скинет точно, но нет. Говоров может что-то предпринять. Антон что делает? Ну, не точная передача, топорная, я бы сказал бы. Разгоняет атаку, Ковалишин. Ну, читалось. Это, конечно, Кучин убивает. Еще одна возможность у Говора Антона. Поспешил немножко, поспешил с ударом в этой ситуации. Не проходит до передачи, сразу же пытается разогнать свою атаку Меркуриал. Удар! Не точно. Ну, плотно пробивал Васюк. Насялен на ворота, уже несколько ударов. Хороших очень плотно сделал. И гол забил, собственно говоря, именно он. Ирина Ковалишина. Алексеев. Перехватили тут передачу. Хомяк. Мельничук. А тут как-то уже, наверное, все-таки не то решение они приняли в этой комбинации. И не удалось как-то перевести это все в опасность для Вишни. Кому дать, пацаны, кому пас? Лишин. Ну почему, можно было сейчас отдать Алексею? Открыт он был как раз, когда Ярослав протянул одного игрока. Забросы, что же? Дайте затолкать как-то. Уже там Васюк. Менее. Это всего лишь угловой на Меркуриал. Ну, стандарт это всегда возможность поугрожать воротам соперника. Посмотрим, как. И вот как раз интересный розыгрыш. Хомяк бьет, ну, крайне неточно этот удар. Ну, пацаны, кто ведет аура? Нет. Далеко вперед забрасывает. Какой сильный живот, да, вот.
передача до дырья. Речняк умудрился отобрать мяч. А вообще, на самом деле, по передаче очень сильная. На метров так 35, наверное, отдал. На 30 точно. Протохнул как-то этот мяч, но не получается. Мельничук сразу же хочет разогнать. Пробивает, Середюк парирует. Удар. Отличный сейв делает Середюк на 35-й минуте. Плотный удар следует за ударом. Это результативно для Меркуриала в данном случае. Зацепиться, вставляет вроде бы мяч, но уже не рискнул там врезаться в запасных Меркуриала. Проталкивает дальше вперед и пройти. Мяч покинул, похоже, пределы поля. Это у Юры Сер, когда у него мяч в руках, встань за игроком, блядь, выбеги на него, он же увидит тебя. Вообще встань в угловом флажке, когда у Юры в руке вишня, мяч, когда в руке. Ты говорит, Ковалишина середняка. Можно бежать на Хинина, и Андрей набирает скорость. Сейчас Ковалишину. Снова Ковалишин бьет с левой ноги, Заречняк блокирует. Покатите ему под удар, Серг. Женя, Сань, дальнюю штангу. Вы можете слышать, Юра, как не надо, не активно надо. Подсказывает Сокур. Пять, Реф. Реф, 5 метров. Нету 5. Еще. Удар. Ну, что-то похожее. Там не было 5 метров. Мельничук. Мельничук, да. Мельничук. Можно правее сыграть на Заречняка. Почему не играет, это непонятно. Решил сам один в один полезть. Подъедает. Что дальше предпримет? Он пытался сам пробиться. Увы, не совсем удачно. И тут Мельничук уже снова разгоняет. Так, о. Васюк. Набирай, блядь. Все отыгрывают на дырья. Сам решил пройти. Хотя можно было дождаться подкрепления Алексеева. Ну, и так, в принципе, неплохой исход этой атаки. Подсказывает Сокур, хотя, мне кажется, можно было выжать больше из этого шанса. Ковалишин. Ты можешь и оттуда пробить? Все равно, пацаны, скользко. Пробей оттуда. Пробить? Ну, я думаю, что действительно отдельный совет со стороны Сокура, что пробивать стоит больше. Ведь скользко, мяч мокрый. Ну, со стороны особенно виднее всегда, ведь позиция была достаточно хорошая, потому что, с учетом, если пробивать на дальнюю, то даже если кто-то и не замкнет, все равно опасно. Пусть Мельничук ему выигрывает. За ним иди, алло! Это Заречняка, снова Мельничук ключом, продлевает на Ласюка. И что ж дальше? Выше! Мяч покинул пределы поля. Будет аут для Вишни. Три. Хорошая перспективная атака. И... Стрел. Ну, наверное, на такой скорости было бы сложно остановиться, мне так кажется, как бы на которой набрал обороты Дерей. А вот где-то здесь немножко Меркуриал сейчас... подустал, подсел, я бы это отметил, потому что не хватает каких-то рывков им. И это видно. То есть они играют сейчас больше на отбой, а сформировать какую-то свою атаку не получается. Вот очередная попытка и снова обрезка. А до верного? Блин, перехватывают на Сухинина и до верного катают уже и забивают, конечно же. 4-1. По дублю делают Ковалишин и Сухинин. И, можно сказать, на последних минутах матча забивает. Еще минимум 30 секунд играть, а, наверное, даже целую минуту с учетом каких-то задержек, заминок, которые неизбежно Середюк забирает. Даже вбрасывает мяч в игру. Пытается Вишня наладить еще одну свою какую-то атаку. Ну, там уже слишком молодежь, слишком оптимистичная пошла эта передача. Матч продолжается, куча бросит на Заречняка. Делает дальний заброс.
Сердюк забирает. Чупини несколько ошибается. Васюк. Васюк. Мельничука, удар. Что же это такое? Какая комбинация была крутая. И сумасшедший сейв на последней секунде делает Середюк. Счет 4-1 в пользу Вишни. С чем мы их и поздравляем.